Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Skyrim Dragonborn. Дополнение к Skyrim, которое по объемам вполне себе очень даже ничего. Мы находимся в больших проблемах, судя по всему. Какие жуткие парни, да? Короче говоря, это форт. Здесь у нас какой-то павший генерал, который почему-то собирает войска из этой нежити. Ну, я думаю, это он зря сделал. Давайте приступать. Потому что эти войска нападают на стражу Рейвенрока. Жить там становится невыносимо. Нам, в принципе, до этого, честно говоря, дела нет. Нам просто жажда выгоды движет нами. День добрый. До свидания. Хороший был форт, но сейчас весь покрылся пеплом. Вроде уровень замка адепта. Как сложно открывается, ты посмотри. Вот, нашел положение. Не думаю, что здесь будет что-то хорошее, честно говоря, но открыть интересно. Готово. Золото, железный меч, интересно. Какого черта тут железный меч вообще делает? Это же самая бесполезная вещь, наверное. Так, интересно, сколько тут уже этот вулкан извергается? Насколько я помню, между событиями Моррувинда и событиями Скайрима прошло несколько столетий. И именно в Моррувинде под конец мы там в жерле вулкана убиваем Нереварина. Или мы сами там Нереварин и убиваем противника Нереварина. Медошка. Круто. И, короче говоря, так или иначе, там все действие происходит как раз в этом вулкане. Или не в этом вулкане. Ну, вы поняли, короче. Так. Как бы там ни было, вполне возможно, что вулкан с тех пор и извергается. Так, куда я пришел? Ты посмотри, какая броня крутая. Ну, в принципе, в движении она выглядит далеко не так интересно. На стражниках Рейвенрока, скажем, надета именно она. Честно говоря, меня не сильно впечатляет то, что я вижу. Но так, в целом, костяная, прикольная броня. Она похожа на какую-то футуристичную одежку. Вон этот вулкан. Нам вообще не сюда нужно было. Давайте уж убьем. Ощущение именно Моррувинда. По музыке, по атмосфере. Вот эти вот деревья. Это даже не деревья, это грибы. Так и будем стоять. Ну стой. Жуть какая. Вообще вот эти звуки, по-моему, издают силстрайдеры. Но я тут, честно говоря, пока ни одного не видел. Так, зачем я сюда полез еще раз? Ну ладно, пойдем обратно. Нам, видимо, куда-то в низину нужно. Где он там, я не совсем понял. Сейчас посмотрим, разберемся. Фух, так, хорошо. Блин, какая в этой игре музыка. Все-таки Джереми Соул знает свое дело. Что в Обливионе, что в Моррувинде, что в Скайриме. Везде просто великолепный саундтрек, его можно слушать отдельно от игры. Так, хорошо, ну отсюда же мы пришли. Нам сюда и указывалось, видимо, нам нужно куда-то. А это, наверное, второй указатель просто. Да, мы же фолиант нашли в последней серии, который нужно отнести обратно в Рейвенрок. Справа кто-то есть. Причем серьезный какой-то, да? Так, тихо, тихо, тихо. Чего вы там заметили? Пепельное отродье.
плохо. Я думал, у меня стоит призвать доблестного воина. Казалось, нет. Справимся, нет, интересно. Я думаю, да. Фу. Вообще тут припогано. Ключа у нас нет, но я думаю, будет в ближайшем времени. Две кучки пепла. Руды с них, кстати, неплохо дают. Еще бы она мне нужна была. Замок уровня мастер. Странный какой-то замок уровня мастер. Сразу практически верное положение. Так, подожди. Не так яро. Не в эту сторону. Видимо, чуть-чуть левее. Вот, вот так вот. Нет. Чуть-чуть правее. Тоже нет. Прям по центру тоже нет. Может, все-таки вот так вот чуть-чуть. Практически верно. Блин, очень сложно положение найти. Это явно не оно. Нет, оно где-то вот тут вот. И чуть-чуть. Нет, слишком. Как-то вот так вот, наверное. Блин, этот замок просто не открывается. Да что ж такое-то, а? Ух, ненавижу я такие запары. Ну, отлично. Хорошо. Это все равно гораздо-гораздо удобнее, чем то, что есть в Обливине. Бочка с медом. Норский мед. Это нам не сильно нужно. А в сундуке. Ладно, такой мы подбирать не будем. Хорошо. Сахар. Это что вообще? Это для чего? Давайте съедим. Я думаю, это сладко. Одну штучку. Близость к огню. Понятно. Так, окей. Давайте посмотрим все-таки, что тут. Ну, конечно, пауки. Ненавижу пауков. Ох, прям пакость. Это даже не пауки, это какая-то новая дрянь. Прыгающий огненный паук. Первый раз таких вижу. Фу, гадость. Поджигающий паук. Никого поджечь не успел. Паук-альбинос. Ёлки-палки, сколько у вас тут всех противных. Как-то криво пошло, но попал. Слышу, еще есть. Паучье гнездо. О, пакость, не люблю. Не люблю такое дело. Просто посмотри на эту хрень. Глазки как буковки. Ох, такой. Буковки, говорю, пуговки. Блин, что несу вообще? Ладно, зато тут полно руды. Но мне, в принципе, вот эта вот не особо нужна. А другой, похоже, нет. Ну да, камень сердечник только. Кажись. Еще альбинос. Хорошо. Что может быть? Поврежденный кокон паука альбиноса. Ты посмотри, какая гадость. О, отвратительно. Давайте съедим. Блин, я не могу съесть. Это первая вещь в игре, которую я не могу съесть. Ладно, странно. Хорошо, так. Ну, возьмем с собой. Я думаю, это в будущем для чего-то, наверное, пригодится. Это, я так понимаю, редкие твари. Рубин. И все, я так понимаю, отсюда можно возвращаться. Кельбиносы, понимаешь.
200 все равно мало. Поэтому возьмем, наберем. Ладно, хватит. Уходим отсюда. Не самое приятное место, не хочу здесь больше находиться. Хорошо, нам нужно сюда. Но я думаю, вы знаете, наверное, я отсюда выйду. А на самом деле нам нужно вот сюда. Поэтому давайте сохранимся. И вперед. Опять паутина. Слишком много паутины. У вас стоит пакость. Есть такой же, нет? Встанет? Похоже, что нет. Тут кого-то убили. Или это, возможно, просто из гроба кто-то выпал. Пошло. Я уж подумал. Не получится. Свидание. Пишите письма. Светильник не сильно нужен. В гробах я, честно говоря, ничего не хочу брать, потому что это просто пакость, противно и тому подобное. У меня слишком много зелий, по-моему. Перебор. О, золото. Золото мы всегда возьмем. Золотишко всегда в цене. Так, и что? Чую заманугу вот тут. Как бы это все не было провалом каким-нибудь, как в Dark Souls. Золото. Ну и давайте сохранимся и подойдем все-таки к этому рюкзаку. Зеленое яблоко, ключ. А, понятно, нам теперь возвращаться надо. Дневник Алдари. День 32. Прошел почти месяц с того момента, как был раскопан склеп в форте Морозного Мотылька, и я не увидел ни единой искры жизни в останках генерала. Пересадка камня сердечника объекта на поверку оказалась гораздо сложнее, чем я изначально предполагала. Как мне кажется, я использовал все доступные способы, и до сих пор нет никаких признаков оживления. Такими темпами могут пройти годы, прежде чем я добьюсь какого-либо прогресса. Но у меня нет такого количества времени. Если я хочу отомстить, мне нужны результаты. А если же их не будет, придется прибегнуть к более решительным мерам. День 47, спустя 2 недели. Мне кажется, что я наконец-то начала делать успехи. После моего последнего эксперимента генерал Карри слегка открыл глаза и пошевелил руками. Это продолжалось всего пару мгновений, но это первый признак прогресса, который я увидел с тех пор, как пришла сюда. Несколько моих помощников настаивали, что я все выдумала. Пришлось разобраться с ними. Больше они никого никогда не побеспокоят. Ух ты какая. День 55. Сегодня генерал Карри пробудился полностью. После использования заклинания он встал на ноги и начал шататься вокруг, словно слепой. Казалось, что он игнорирует мои команды. Фактически мой голос лишь усиливал его враждебность. Я смогла удалить сердечник, прежде чем он впал в буйство. Но это не тот результат, который я ждала. Даже с учетом того, что он может быть пробужден, мне кажется, что настоящая работа только начинается. Жуть какая. Спустя 4 дня. Генерал по-прежнему не в состоянии распознавать мои команды или не хочет этого делать. Он становится все более параноидальным. И похоже, что у него есть собственная воля. Он убежден, что я шпионка или враг. И мне пришлось изолировать его, чтобы подстраховать себя от нападения. Это становится невыносимым. Я начинаю задаваться вопросом, можно ли вообще управлять кем-то с камнем-сердечником. Если мои эксперименты с генералом Карим окажутся неудачными, мне, вероятно, придется прибегнуть к экспериментам над собой. То, чего я старалась избегать долгое время.
Круто, чё. Вещдок надо взять. Так, инструмент для бальзамирования. Понятно. Некромантия, как обычно. Как обычно, ничего хорошего не довела. И это очередная демонстрация того, насколько интереснее подземелье Скайрима, чем подземелье Обливиона. Вот такие мелкие детали, типа дневников, всяких заскриптованных там даже диалогов. Это гораздо интереснее, чем тупо полчаса бродить в тишине, убивать врагов и в итоге в конце найти там какие-нибудь штаны счастья плюс 7. Хотя, если идешь туда по квесту, все довольно интересно. Но здесь вот чем хороши подземелья, здесь ты просто заходишь в подземелье и находишь квест. А там такого никогда не будет. Кто-то стоит, и он явно меня ждет. Это, наверное, сам генерал. Место довольно опасное. Похитителя целомудрия мы читали в Обливине. Довольно-таки пошлая книга, надо сказать. Так, ну что, удастся нам с тобой поговорить? Судя по всему, нет, потому что задание наше — убить генерала Фокса Кария. Так, ну, убить так убить. Наше дело простое. Выполнить задание, получить награду. За этим мы сюда и пришли. Деньги. Только деньги. Дави вторую. Так, там встали всякие гадости. Это плохо. Так, господа, секундочку внимания, а мы валим. Ну, кто рискнет? Не слишком ли их много там? По-моему... Так, подожди. Давай-ка ты вот ко мне иди. У-у-у, ребята. Это какого черта? Тихо-тихо, ребята. Я здесь не для этого. Так, встаем, приседаем, прячемся, уходим в отрыв. Стандартная тактика с сильными врагами. Да он там вообще поехал, смотри. Он просто застрял в какой-то битве, у него безумие. Мечущаяся, неупокоенная душа. Сейчас исправим. Даня. Ртутная руда. Ну, вообще круто. Вообще, мне драугры больше нравятся, чем вот эта вот нежить. Но это выглядит круче, согласитесь. Гораздо круче. Очень страшные. Попервой прям испугали. Это день. Так. Хорошо. Хорошего помаленьку. Кстати, маловато осталось. О, кто там? Our defenses have been breached. I need reinforcements. Товарищ, вы явно не в себе. Так, ну знаете, я думаю, бритвы Мироноса, ему будет в самый раз. А сначала пусть маленько с Акакием повоюет. А, держи друга. Меня-то зачем? Его бей. Акакий, конечно, вообще никакущий. Он уже давно не котируется.
Мне просто приятна его компания после того, что с ним сделали в темном братстве в Обливине. Все-таки показалось. Ну, конечно, да, показалось. Только что разнес. Так, ну, а теперь тебе еще вот такого друга. На, дружите. Да с ним делись, пацаны. Иди добивай. Как славно снова сражаться, проклятие. Свидания. Ключ от форта. Двемерская стрела. Дубина героя. На полтора штукаря. Весит 27. Блин, сейчас, наверное, все норды, которые смотрят это прохождение, заорут на взрыв. Но я ее не возьму с собой. Мне она не нужна. И деньги мне с ее продажи не нужны. У меня... Сколько у меня там? У меня 86 тысяч септимов. Куда мне их? И дом у меня есть. Полностью обустроенный. Это что такое? А, это нож. Мне показалось, это клинок. Сломанный. Смертельная метка. Ух ты, название внушает. Рассказ пирата. Как Нир, смертельная метка. Умирал. Для Гарука и Иневого Ветра это было немыслимо. Его дед служил Хакниру почти 6 десятков лет назад, и уже тогда тот был легендой среди пиратов Севера. Король призраков, так его звали, столь же древний, безжалостный, как море, по которому он плавал. Для Гарука, который видел его бросающимся в битву в доспехах из Сталгрима, подобно королям древности, срубающим людей парой мечей, словно траву косой, Хакнир был практически богом. Но никто не боялся Хакнира больше, чем его же собственная команда. Они знали его неистовство, его припадки безумия, то, как он упивался пытками и убийствами ради удовольствия от самого процесса. А еще ходили даже более жуткие слухи, поговаривали, что он питался кровью и душами тех, кого убивал, чтобы еще продлить свою неестественно длинную жизнь. Кто-то считал его доэдра, выпущенным в мир смертных, а другие рассказывали, что он был обязан своим могуществом, доспехом и мечами пакту с Дагоном, неважно, князем разрушения. И что заверен этот пакт был кошмарной, никогда не заживающей раной на лице, смертельной меткой, на которую ни один человек не мог смотреть без содрогания. Все это прокручивалось в разуме Гарука, пока он шел к своему месту на палубе, месту во главе команды, обменявшись по пути холодным кивком Сталином, кормчим корабля, и по совместительству его главным соперником. К закату, подумал он, один из них будет капитаном, а другой – мертвецом. Когда Хакнир наконец явился из своей каюты, команда затихла, он выглядел изможденным, его голос звучал хрипло. Но даже сейчас он внушал трепет. Он смотрел на своих людей, самых жестоких убийц, что когда-либо бороздили Северные моря. Ни один не смог выдержать его взгляд. Наконец он вздохнул. «Вы хотите знать, кто будет моим преемником и то, как надлежит разделить мою долю сокровищ?» Именно это они и хотели, но несмотря на это послышались протестующие шепотки. Хакнир отмел их прочь. «Все эти годы я искал достойного занять мое место, или того, кто бы был достаточно силен, чтобы его отобрать. Никто из вас и близко к этому не подошел, так что никто из вас его и не получит». Он вытянул руку. «Во имя Дагона налагаю проклятие на доспех мой и мечи мои, на сей корабль и на весь его груз. И до того дня, пока один из вас не победит меня в бою, никто не получит ни единой монеты». Он посмотрел на них свысока. «Скажите спасибо, что оставил вам хотя бы жизнь». Гарук и Талин обменялись единым взглядом. Если бы кто другой сказал такое, то вспыхнул бы мятеж. Сотня жадных до сокровищ пиратов против одного старика. Но то был Хакнир, и команда молчала. Хакнир бросил к ногам Гарука карту. «Гарук, возьми мой баркас и закопай доспех в тех местах, что я отметил. Талин, мы с тобой поплывем к моей гробнице, где ты оставишь меня с моим золотом. Затем сожгите свои корабли и живите, как пожелаете. Отныне я не ваш капитан». И с этими словами он вернулся в свою каюту. На рассвете Гарук отправился по своему маршруту в баркасе, стремя из своих людей. Из своей, если кто
и создатели локализации читают это, исправьте, пожалуйста. Они высадились на отмеле к северу от Салстейва, на том самом месте, что указал Хакнир. Разбили лагерь и начали копать. Но алчность успела уже угнездиться в сердце Гарука. Вновь и вновь он смотрел на окованный железом сундук, что они принесли с собой. Старика с ними уже не было, возможно, он уже умер, его приказ был глуп. Той ночью Гарук открыл сундук и вытащил оттуда шлем. Салгрим сверкнул в лунном свете. Пришло время. Пришло время для нового короля призраков. Он надел шлем и закричал. И говорят, что лунной ночью на скалистой отмели у северного побережья Солстейма до сих пор слышны эти вопли. По скрипту. Эта повесть одна из последних в саге о Хакнире. Своде легенд о жизни и приключениях легендарного короля пиратов Хакнира смертельной метки. Насколько она правдива и правдива ли вообще, я оставляю на усмотрение читателя. Артиса Дралин. Книжник Дома Родоран. Книга просто, по-моему, офигительная. Прям поначалу читал со скукотой такой. Скучно было, но под конец тянулся. Внушает, да? Сталгритовый боевой топор летаргии. Отнимает 25. Ну, не нужно мне такое оружие, но выглядит, блин, просто великолепно. Стеклянные сапоги. Тоже не нужно. А, 1500. Блин, какой он крутой. Возьму. Не могу. Не могу оставить такую вещь. Так, хорошо. Но мы можем что-то узнать из того, что произошло с той ученой, которая призвала этого полковника. Может, это ее дневник лежит второй. Судя по всему, нет. Хорошо, возвращаемся. Это было довольно интересно и очень познавательно, особенно эта книжка. Квест просто шикарный. Катя, а там что? Там тоже ничего. А там? Нет, дневников нигде не видать. Все, тогда уходим. В общем, такие дела. У нас опять жарит солнце. И пришла пора возвращаться обратно в Рейвенрок. Кто-то нас успел заметить, но я, честно говоря, не хочу сейчас с ним драться. Мне просто тупо лень. Это не обязательно. Давайте мы вернемся туда. Я даже не буду пользоваться быстрым перемещением, потому что мне еще не надоело ходить по этой земле. Сдадим два квеста, то есть разберемся с этим уже буйным капитаном в этом форте. И кроме того, вернем фолиант. Но вот это уже Силстрадер же. Это его же завывание такое. Но я их тут еще не видел пока. В Моровинде, напомню, можно было путешествовать на них. Прикольно. Атмосферно, с детишками. Хорошо, это что такое? Это опять стена. Вот, слышите? Да прям какая-то собака Баскервилли. Если кто понимает, о чем я. Ну там, Артур Конан Дойл, Шерлок Холмс. Так, нам осталось бежать не так, чтобы далеко, но мы сейчас, походу, нарвемся на горную гряду. Как ее обойти, я не знаю. Но, скорее всего, нужно будет вот тут спрыгнуть с высоты, сломать себе палец на ноге, но, тем не менее, двигаться дальше. Ух ты, это что такое? О, слишком много крутых вещей. Это где вообще? Это что? Меня тут не было. Аккуратно. Что это такое? А, ну это город уже. Понятно. Я маленький, еще плохо тут ориентируюсь, поэтому такое бывает. Не удивляйтесь.
Так, ну что, будем им кирку отдавать, нет? Вроде наш соклановец. I don't think he ever wants me to feel the pain he suffers. At some point you're going to have to choose. No matter the outcome, I'll always respect your decision. Извините. What news do you bring from Fort Frostmoth? Генерал Карри убит. I had my suspicions that he was undead. How else could he have survived for over 200 years? It's a shame. There are quite a few tales of General Carius's exploits, including the founding of Raven Rock. Он больше не будет насылать пепельных отродий на Воронью скалу. Counselor Morvain told me to give this to you if you made it back in one piece. And you got rid of General Carius. Better than a soldier's pay, so you should be thankful. 5000. Обалдеть. Ты что-то хотел еще? I'm sorry to bother you, but Second Counselor Rano asked me to come find you. He said it's quite urgent. Он не говорил, что ему нужно. All he wanted me to do is track you down and send you to him. Look, this is important. Even more important than wiping out the ash spawn. Please, go speak to the Second Counselor as soon as possible. Да, все равно туда иду, так что нам по пути. Хотя вот он вышел. Ну ладно, давай поговорим. Thank you for coming. After everything you've already done for Ravenrock, I hate to ask for more. But I can't risk Councillor Morvain being killed. Его хотят убить? Как? The Ulan family of House Lalu, a rival great house, has placed a death mark on the Councillor's head. Почему Улина так хотят его убить? It's a private matter. Let's just say they seek revenge for the execution of one of their own, ordered by Councillor Morvain himself. The problem is, I don't have any solid proof that anyone from House Lalu is hidden among us. Only my suspicions. Похоже на паранойю. As second counselor, it's my responsibility to explore the possibility of any threat, no matter how paranoid it might seem. I'm afraid that one day I'll awaken and discover him dead. And I don't want it to come to that. Вы считаете, что нападение на советника неизбежно? I do. I've received some information from my sources that there could be elements of Ulan's house, House Lalu, already in Ravenrock. Тогда почему вы до сих пор ничего не сделали? Ravenrock is a small settlement, so it's hard to accomplish anything in secret. If any of them is from House Lalu, I wouldn't be able to make a move without them knowing. Что ты собираешься предпринять? Summoning you here was part of my plan. I was hoping you'd be interested in investigating for me. Чем я могу помочь? I had a feeling you'd be willing to listen to me. С чего начать? I need you to start out by being my eyes and ears. Search Ravenrock and see if you can root out these traitors. The best place to start would be Geldis Sadri, over at the Retching Netch Corner Club. If he provides you any leads, check them out before bringing them to my attention. I can't afford to make any mistakes. Хорошо. Don't worry. You can trust Geldis. He's been with us for a long time. Более подробно этим квестом мы займемся в следующей серии. А сейчас нам нужно жене советника отнести фолиант похотливой девы, которую она так просила. Глупо вообще, конечно, рисковать жизнью ради какой-то книги. Ну да ладно. Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Чем вот могу и я. Тебе помочь? You've brought Ravenrock back from the Brink Trial. Твой фолиант у меня. You have? You have no idea what this means to me, to my family. Reclamations bless you. Well, you've certainly proven your worth around here to me. Please accept this gift as a token of my appreciation. Кольцо малой магии очень нужно. Good journey, traveler. Так, хорошо, выходим. Ну и что?
Я, честно говоря, не хотел особо браться за эти внутренние распри этих кланов, но я думаю, на этом у нас есть неплохая возможность заработать, так что в следующей серии мы маленько углубимся в эту проблему. Пока что не отпускает нас Рейвенрок, несмотря на то, что давно уже пора двигаться вот сюда, вот к храму Мирока. Если так тут кругом будет, то это надолго. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось, потому что, по-моему, было прикольно. С вами был Артур, увидимся, всего хорошего, пока-пока-пока.